Всем привет! Сегодня я расскажу вам о проекте Energy List, о его структуре и особенностях, а также о тех преимуществах, которые выделяют данный проект. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! Energy List является первой панелью запуска, когда-либо развернутая в сети Energy Web Chain, устойчивой цепочки блоков, которая питается от возобновляемых источников энергии. Проект нацелен на предоставление проектам на ранних стадиях возможность быть увиденными потенциальными инвесторами DeFi. По факту, это настоящая платформа продвижения для проектов, которая представляет свои IDO, IFO и другие первоначальные предложения. Ключевой особенностью Energy List является ориентированность на пользователя и акцент на основных инструментах, необходимых для обеспечения работы и взаимодействия с проектами в рамках сообщества. Energy List заявляет, что их список проектов будет охватывать все инновационные идеи, будь то NFT, игровые платформы, торговые площадки и так далее, что обеспечит охват всей криптоиндустрии и сделает данную деятельность крайне полезной для пользователей. В ближайшем будущем Energy List смогут охватить, проверять и анализировать проекты, запущенные на первом этапе, что позволит отразить их цели и сделать данный процесс более эффективным. Самым важным является то, что вместе с Energy List создать свой проект DeFi сможет абсолютно каждый человек, заинтересованный в том, чтобы внести свой вклад в улучшение криптовселенной. Теперь, когда мы поняли основной вектор деятельности проекта, стоит поговорить о начале взаимодействия с ним. Energy List позаботились и об этом. Они запустили первичное листинговое предложение ILO. Пользователь может купить лист раньше, чем кто-либо, и даже по более низкой цене с помощью участия в ILO. Ранний доступ к ILO предоставит ранним пользователям скидки на стоимость токена и лист, который будет выпущен в трех отдельных раундах. Таким образом, чем раньше вы совершите покупку, тем лучшую цену вы получите. Это отличная возможность создать для себя комфортные условия и эффективно взаимодействовать с системой. Стоит отметить, что для участия в ILO необходимо иметь EWT. Приобрести его можно на KuCoin, Gate.io и Bit2Me. Цена токена EWT будет варьироваться от 0,5 доллара до 19 доллара, в зависимости от фазы ILO. Рекомендую вам не затягивать с этим и уже подготовиться к его приобретению. На официальном сайте проекта вы сможете добавить EWC в свой список. Для этого в самом верху расположены удобные кнопки. Не забудьте, что вам нужно подключиться к MetaMask, чтобы сеть смогла отображать все необходимые данные. В Energy List вы будете вознаграждены и поощрены за отслеживание проектов. У вас будет доступ к полезной информации, подготовленной командой Energy List, которая поможет вам выделиться из толпы при подготовке к покупке токенов нового проекта. Energy List – это интересный и многогранный проект, который открывает новые возможности для своих пользователей. Те, кто поддержит Pairs, будут вознаграждены на платформе через LP стейкинг, а также будет лист стейкинг. На платформе каждый пользователь сможет создавать свои собственные ERC-20 и ERC 721. Также все держатели Big E List получат доступ к закрытым продажам предстоящих проектов. Все проекты, перечисленные в списке Energy List, будут автоматически зачислены в программу электронных грантов, где команда Energy List оценит их потенциал и получит право на получение гранта. Таким образом, вместе с Energy List мы получаем доступ к эксклюзивному контенту и частным продажам, которые позволяют нам повысить свой капитал. А на этом наш обзор завершен. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под видео. Спасибо большое за просмотр. Всем пока!